облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. Сосед счастлив, ведь на него работает Титан. На даче белья накопилось, придется вручную стирать. Сосед отдыхает, у него стиральная машина от Титана. Перекусить бы, вот не задача. А сосед сытый, у него холодильник из Титана. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Иди не к соседу. Для всех и каждого компания Титан. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. На улице Производственной камера зафиксировала, как водитель АКИ чуть не сбил пешехода. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На перекрестке улиц Чёрса и Производственной лихач на АКИ не заметил человека на пешеходном переходе. На улице Щёрса водитель «Шевроле» думал, что поехал на зеленый сигнал и едва не сбил женщину с коляской. На улице Карла Маркса водитель темного Ниссана опасно перестроился. В Кирове водитель серебристой иномарки развернулся и чуть не спровоцировал ДТП. На трассе под Горянка-Шихова гонщик на «Фольксвагене» выехал в лоб водителю 15-й. А затем на перекрестке проехал на красный сигнал. Красный, молодца. Михаил Вагин, место происшествия.